Сегодня вы наконец-то знаете, когда нужно использовать артикль a, а когда он не нужен. Самый частый случай употребления – это когда мы даем чему-то определение или описываем объект. Например, это красивый парк. It's a beautiful park. Она приятная женщина. She's a nice woman. Он хороший педагог. He's a good teacher. Однако есть ситуация, когда в слове у нас множественное число, либо неисчисляемое существительное. Тогда используется так называемый zero article, то есть нулевой артикль, когда его вообще нет. Например, это была полезная информация. That was helpful information. Это хороший совет. It's good advice. Это отличные новости. It's excellent news. Итак, надеюсь, что сейчас вы сможете описать любые предметы, которые находятся рядом с вами, и использовать их с какими-то прилагательными и артиклем. Пожалуйста, жду ваши комментарии.